В этом выпуске я расскажу об украинцах, создавших компанию на миллион. Ты увидишь безумные изобретения наших земляков, которые удивили весь мир. И узнаешь, как в нашей стране основать успешный стартап. Эй, парень! Или девчонка, тебе не надоело жить на шее своей мамки? Может, пора закончить с бич-пакетами и дешевой газировкой и перейти на что-то более изысканное? Встань с дивана, сделай что-то для себя. Вот прямо сейчас встань и сделай. Возьми и сделай. Отвали, Шая, это мое мотивационное видео. Что за чушь ты опять несешь? И почему ты выглядишь как продавец пластиковых окон на рынке? Я просто устал слушать о том, что в Украине невозможно основать успешный бизнес. И поэтому решил открыть свой мотивационный бизнес-курс. И сегодня я поделюсь с тобой абсолютно бесплатной мотивацией и расскажу, как замутить свой бизнес на примере самых успешных украинских стартаперов. Ну и на чем же можно в наше время заработать? На самом деле на чем угодно. Например, на любви к домашним животным. Одна украинская компания подняла на этом кучу бабла. Уверен, ты задавался вопросом, чем занимается твой питомец, когда тебя нет дома? Теперь ты можешь узнать все о тайной жизни своего мохнатого благодаря Pet Cube. Этот прибор помогает хозяевам следить за их котиками и песиками на расстоянии с помощью широкоугольной камеры. Еще можно поговорить со своим любимцем и даже поиграть с помощью лазерной указки. В 2013 году на Кикстартере они запросили сумму в 100 тысяч долларов, а через 42 дня они собрали сумму в 2,5 раза превышавшую изначальную. За 5 лет компания получила инвестиции на сумму 14 миллионов долларов. Pet Cube продается в 18 странах мира. Этим устройством пользуется больше 100 тысяч пользователей. Украинская компания даже поглотила своих конкурентов PetBot из Канады. В чем же секрет успеха Pet Cube? Все очень просто. Они всего лишь помогли хозяевам четвероногих ответить на самый главный вопрос в их жизни. Это кто сделал? Очень важно, чтобы идея твоего стартапа помогла решать какую-то глобальную проблему. Например, многие испытывают неловкость, когда вынуждены разговаривать по мобилке в толпе незнакомых людей. Одни киевляне придумали, как им помочь. Компания HashMe создала гарнитуру для смартфона, которая поможет скрыть твои телефонные разговоры от посторонних ушей. И выглядит она вот так. Больше похоже на один из вариантов вот этого девайса. Ты можешь смеяться сколько угодно, но когда ребята зашли на Kickstarter, то вокруг их изобретения началась настоящая шумиха. Им удалось собрать 72 тысячи долларов из заявленных 60. Мне стало интересно протестировать гарнитуру HashMe, поэтому я отправился в офис компании. Когда я впервые узнал, что создают устройство, которое подавляет голос во время разговора по мобильному, я подумал, что это будет выглядеть как маска Sub-Zero. Но на деле устройство очень стильное. Одна кнопка снизу включения, вот здесь. И будет еще буквально две клавиши, которые будут делать громче, тише, ну и выполнять другие функции. Есть два наушника. Ну а если ты хочешь, чтобы никто не слышал, о чем ты разговариваешь, вот таким легким движением. В общем, я дожил до времени, когда киберпанк становится реальностью. Хочу еще обратить твое внимание на саму накладку, вот эту вот для рта. Она сделана из гипоаллергенного силикона. Ну и ты можешь представлять, что тебя целует лобода. По всему. Разработкой внешнего вида устройства занимается ArtKB. Они сделали несколько вариантов дизайна маски с учетом технических требований. Наиболее удачную версию еще переделывали 4 раза, пока не нашли идеальный вариант.
Сейчас приходит так называемый этап DFM, да, Design for Manufacturing. То есть он заключается в том, что уже фабрика смотрит непосредственно на все чертежи и адаптирует под серийное производство. Запускается подготовка к производству, то есть это тулинг так называемый, ну, то есть все формы там, да, электроника какая-то, компоненты дозаказываются, ну и потом дальше идет сборка, тестирование и так далее. Пока что ты все еще можешь купить гарнитуру за $189, но вот с сентября, когда выйдет первая партия, она будет стоить уже дороже. Много предложений поступило из стран Азии. Японский краудфандинг, узнав об изобретении украинцев, сам предложил им выйти на их платформе. И это неудивительно. Японцы менее закомплексованы и не стесняются носить что-либо на лице. Пример Хашми доказал, что даже самые безумные идеи могут стрельнуть. А еще, что можно толкнуть свой продукт не только странам Запада. Азиатский рынок не менее широк, поэтому какие-нибудь технологичные палочки для суши могут легко сделать тебя миллионером. Но если у тебя кризис идей, не расстраивайся. Иногда, чтобы основать успешный стартап, нужно просто взять популярное направление и сделать его лучше, чем у конкурентов. В последние годы технология VR стала очень популярной во всем мире, и украинские стартаперы не остались в стороне. Я познакомился с ребятами, которые создали руль и педали для гонок в виртуальной реальности. Идея была не нова, но парни решили бросить вызов конкурентам. Основная фишка руля то, что у него так называемый Direct Drive. Рулевое колесо прикреплено напрямую к двигателю, которое симулирует усилия. У конкурентов они менее мощные, из-за этого не создается такое вот ощущение полного погружения в это. В педалях тоже упор сделан именно на реалистичность, то есть каждая педаль разработана как отдельный механизм, каждая педаль индивидуально настраивается. Feel VR прежде всего ориентировались на западную аудиторию. Леша даже поехал в США, чтобы протестировать руль и педали на американских геймерах. Проехал, наверное, штатов 15, но там, в основных городах показал. В Лос-Анджелесе был Ирвиндейл трасса, то есть я старался максимально такие тематичные места брать. Реакция игроков на симулятор была положительной. Из заявленных на кикстартере 60 тысяч ребятам удалось собрать больше 500 000, и они запустили рули-педали в производство. А в машине моего отца и то не было такого удобного руля. Ну что, попробуем окунуться в виртуальную реальность? Угу. Так. О, значок Lamborghini. Круто. Наверное, один из немногих раз в жизни, когда действительно мне получится поводить такую дорогую машину. И мне не страшно ее разбить. Так, поворот налево, направо. Нет, нет, нет. Черт, это газон. Я опять еду по газону. Так, так, поворот. Ну, теперь можно разогнаться. Пока вожу, есть возможность рассмотреть вообще, что вокруг меня. О, кстати, видно пассажирское сиденье. Я могу даже радио, нет, радио не могу настроить. Как же на скорости заносит машину и управлять становится все тяжелее и тяжелее. Тут и так сложно, потому что вот я этот поворот уже который... Раз, нет, пожалуйста! Если бы я водил реальное Феррари, то от машины уже бы не осталось ничего. Я протестировал руль и педали от Feel VR, и что я могу сказать? Ребята, это было очень круто! Я даже не ожидал, что получу такие эмоции. На каком-то этапе я потерял ощущение, что нахожусь в компьютерной симуляции. Я начал вздрагивать на поворотах. Когда не вписывался в поворот и врезался в стену, у меня были реальные мурашки по коже, потому что, ну, ощущения были невероятно реалистичные. А еще важную роль в успехе Feel VR сыграло то, что цена их товара намного ниже, чем у конкурентов. Комплект руль и педали ты можешь заказать за $599 и получить за это море удовольствия. Секрет успеха Feel VR в том, что они не поленились изучить свою целевую аудиторию. Ребята даже консультировались с профессиональными гонщиками, чтобы сделать свой продукт лучше, чем у конкурентов. Вот именно этому у них и стоит поучиться. Если предыдущие стартапы напугали тебя своей технологичностью, то не стоит опускать руки. На сладкое я приберег пример успешного бизнеса, сделанного из фанеры, фантазии и ностальгии по детству.
В 2014-м мало кто верил, что идея деревянных 3D-пазлов может быть успешной. А через год эти люди пожалели, что не запустили такой стартап раньше компании U-Gears. Сейчас их конструкторы продаются в 80 странах мира, а за один день на Кикстартере они собирают сумму в 5 раз больше заявленной. Я приехал к ним в офис, чтобы узнать, как же работает одна из самых успешных украинских компаний. Основное заключается в том, что конструкторы эти подвижные. То есть в каждый конструктор мы пытаемся вложить механическую часть, какие-то шестеренки, какие-то интересные механизмы, узлы, чтобы конструктор был не только статично красивым, но чтобы он еще мог ходить, ездить и тому подобное. Одновременно работают, как правило, два человека. Иногда один, вот, один как минимум, это конструктор, который создает дизайн, ну, то есть механизмы, всем прорабатывает всю, весь конструктив, механизмы. А второй человек — это художник, он иногда подключается для отрисовки, ну, именно дизайна, внешнего вида. Так сказать. Это мозговой штурм, бывает, кто-то один придумывает это все, бывает даже, что наши покупатели подают нам идеи новых моделей. Одной из первых и самых популярных моделей U-Gears была колесная Лира. Из запрошенных 15 тысяч долларов она собрала 280 и стала одной из самых известных творений украинской компании. Я так понимаю, фишка ее в том, что это полноценный музыкальный инструмент. Так, он полноценно звучит. Прости за эти звуки, музыкант из меня паршивый. Но, к слову, Денис тоже играет далеко не супер. А вот как играет на этой же лире профессиональный музыкант. Но самым главным достижением U-Gears является их контракт с компанией Disney. Украинская компания стала первой за 22 года, чей бренд Disney согласился оставить на упаковке рядом со своим. Сейчас U-Gears разработали для них 4 модели, которые пока что никому не показывают. Но уже в конце этого года они появятся в фирменных магазинах Disney по всему миру. Пока я был в гостях у ребят, не упустил возможность немного поиграть. Опять мимо. Если бы я был не косоруким, я бы попал вот сюда, и башня бы сложилась. Вот, собственно, и все. Ребят, самое крутое в моделях U-Gears — это то, что ты не просто получаешь какую-то оригинальную модель ретро-автомобиля, а то, что ты собираешь ее своими собственными руками. То есть, по сути, ты вкладываешь в нее свою душу, и это просто потрясающе. U-Gears часто предлагают перенести производство в другую страну, но они остаются верными Украине. Даже цены на их конструкторы в нашей стране ниже, чем за границей. После такого мне даже сказать нечего. Пусть за меня это лучше сделает Вакарчук. Дякую тебе. U-Gears действительно уникальная компания. Ее успех кроется в простоте и гениальности ее идеи. Если задуматься, то этот конструктор дает своему покупателю больше, чем просто набор деревянных деталей. Он возвращает его в детство, позволяет побыть в роли конструктора, инженера и первооткрывателя. За эту эмоцию не жалко отдать каких-то пару тысяч гривен. Итак, что же ты узнал сегодня, мой юный бизнесмен? Для того, чтобы организовать многомиллионную компанию, у тебя должна быть мощная идея, которая решает какую-то важную проблему. Ты должен хорошо изучить свою целевую аудиторию, собрать достойную команду единомышленников и, несмотря ни на что, верить в себя. Сегодня я рассказал лишь о некоторых самых успешных украинских стартапах. И мне очень жаль, что многие другие остались за кадром. Давай сделаем так, если это видео соберет хотя бы 2000 лайков, то я пойму, что эта тема интересна. И сделаю еще одно видео о самых интересных и самых успешных украинских компаниях. Ну и конечно не забудь подписаться на наш канал, если ты этого все еще не сделал. И нажми колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Скоро увидимся, пока!